Немецкий философ Вернер Штегмайер посетил Махачкалу с дружеским визитом. Он приехал по приглашению республиканского отделения Российского философского общества. В частности, по инициативе дагестанца Абсалудина Дибраева, который учился у Штегмайера в Институте практической философии Грайфсвальдского университета в Германии. На встречу с профессором Национальной библиотеки имени Гамзатова собрались преподаватели дагестанских вузов, студенты и те, кто неравнодушен к философии. Они выслушали доклад Вернера Штегмайера на тему «Разочарование Ницше в мышлении об истине очаровывает». В европейской философии до Ницше тоже пробовали искать истину, но именно он стал глубже заниматься этой проблемой. Меня интересует эта тема, потому что я хочу сделать сравнение с сегодняшним днем. Ведь все мы хотим знать истину.